Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Starbound. Это наша вторая серия. Как видите, мы уже немножко освоились, прибарахлились, так сказать. В моей серии вы видели, как я нашел пушки нам обоим. Поэтому, ну как бы, как вы видите, мы сейчас находимся на корабле Эйва, мы уже немножко обжились. Сейчас мы будем добывать ресы на Штой. Так, да, мы тут немного обустроились. А, и на тарелку, именно. Точнее, переплавили железо. Сейчас мы должны построить какой-то спутник. Да, маяк, аварийный маяк, который произведет к нам пришельцев, так сказать. Да, которые, возможно, должны нам помочь. Ну, как сказать. Точнее, мы будем думать только о хорошем. А, ну да, давай. Че, пошли направо. Я люблю ходить направо, хотя больше налево. Но тем не менее, пойдем в этот раз направо, тут тентакли. Не равно. Просто без предупреждения начинаем. Да что, нормально. Опа. Блин. А, да, бинты. А ты? У меня 11 бинтов, не норм. А, в прошлый раз мы где-то тут и погибли. Ну, ты погиб. А, да. Нет, вот дальше. Да, ты погиб. Без сундука, блин. Так что... Это жвачная планета. Почему жвачная? Но видишь, на земле какие-то розовые пырышки. А, ну? Так, он пузырь тебя так, бежим. Ну, в жопу эту птицу. Я ударил. Ты ее убил. Какой это? Так, нормально. Ты это тоже видел? Что? С моим телом сейчас было? Я просто тело в разные стороны. Нет. Махалось. Опа, опачки. Так, это ми, да? А, да, это миньяха. Сейчас я поправил. Ой. О-хо-хо. А сейчас побольше угля. Угля для корабля. Ну, как бы да, можно полететь. Но после убийства, я думаю, этих нерадивых. Ой, двое. Что-то как-то больно, не? Сейчас подождем. Так, я все-таки чуть-чуть поближе бинты поставлю, а то уж совсем. 7, 4, 9, 7. Так. Не, говно, это топор. Мой меч лучше. Так. Вот. Еще, кстати, на бинты сейчас пустим. Так. Я пока выплавлю только вниз. Да не, вниз плохая идея. Мы должны обойти планету вокруг. А ее можно обойти вокруг? А ты не знал? Да, нет. Разумеется, в этом и весь смысл игры. Обойти планету вокруг. Так, мне бардак просто на... Вроде как плоских планет не существует, поэтому мы и живем. Будем Лиану рубить. А ну, задний. Пошли дальше. Мы уже почти на месте. Почти на том месте, где... А, вот оно, вот где оно. Где ты умер. Я застрял, а вот. Ха-ха-ха. Все, я на месте. Давай, я тут позбивал эти растения, но будь все равно осторожен. Хотя вот, смотри-ка, вот эти шипы. Твою мать! Могут упасть, да? Да. Они могут упасть. А аккуратно. Вот. Там были шипы, да? Так, смотри, что же. Че? Да ну, да не надо. Она может на молекулы распылить. Я тебя предупредил. Ага. Блин, все равно. Попробуй, все равно хочется. Ну. Ладно, давай. А, там могут что-нибудь ценное дать? Ценные нет, просто баф. А, ну... Рисковать стоит, как бы? Мне кажется, нет. И хочется, и не хочется. Ну, давай, чё. Активировать кнопкой E. О, нормально. Чё-то там повышение тебе, да, блин. Ага, на скорости. Ну, повезло. А, это добрый. Это мирный. Ой-ой, как раз здесь. Пойди. Потому что обрыв. О, мы походу обошли планету. Невозможно. А ты чё со стандартным мечом-то? А, просто он у меня прям на первом стоит. А, так удаляю. Удаляю, потому что это ж...
Бестолково. Опа, так серебро, серебро, серебро. Так, чёрт, почему я не замечаю этого всего? Сколько там нам надо сильвер баров? Так, два. Два? У нас как бы уже есть достаточно. Не-не-не. Вот меди, 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 меди. Вот это очень. Вот это, и, кстати, мясо, мясо, я забыл? Нет, я забыл его пожарить. О, еще бабочка. Прикольно то, что твой меч освещает дорогу. Ну, как бы да. Ну, давай на этот раз я активирую. Отравлением. Хм. Всегда мечтал. Просто, вот знаешь, везунчик такой. Прям на лице написано, что я везунчик. По жизни. Черт. Вот. А, черт. Ладно. Не везет мне в играх. Ой, я упал вообще. Никуда. Да ничего страшного, я там уже падал. Там никого нет. Я не вижу, куда мне надо прыгать. А, вот, все, нашел. Так, ну нам надо наверх, в любом случае. Я просто пытаюсь отчаянно прыгать. Зачем отчаянно прыгать? Не знаю, потому что не получается. Нормально. Так я ж поставил уже. А, вот, все, получается. О, золото. Опа, кто такие расфьюз? Ну вот, посмотри внимательно. Главное этих не задеть. Ладно, уже задеть. Да насрать. Иди сюда, ты! Мне золото нельзя. Что значит? В Майнкрафте. Что значит нельзя? Как это нельзя? Можно? Все можно. Там только определенный киркуль. А, в Майнкрафте. Да, мы же не в Майнкрафт играем. Это я знаю, я много времени в Майнкрафте провел. Старые фанаты Redbox, всем привет. С вами когда-то был админ Рэва. Вряд ли меня уже кто-то помнит, но тем не менее. Когда-то Майнкрафт была такой панацеей, прям. Всем хотелось сейчас играть. Вроде так. Ну, сейчас не та аудитория. Сейчас я смотрю видео, пацаны 6 лет заливают видео по Майнкрафту, и все, просто не хочет играть. Просто. Не знаю почему. О, я увидел железо. И медь. Я упал. Я... Куда я упал? Никто не знает. Так, у тебя же медь, говоришь, 5, да? У меня 5 слитков, да. Так, опачки, я что-то еще нашел. А, это оказывается... Сейчас поближе посмотрим. Походу это, да, серебро. Очень много серебра. Много? Блин, круто быть с тобой. Я только железо нашел. Какие-то странные звуки. Слушаю. Ладно. Да ладно. Заходи. Черт, почему она не долбится? Ладно, заберу сверху. Да не, вот снизу просто что-то она не забирается. Не знаю. Ой. А, где-то, наверное, это не мешает. А, вполне... Мы бьем, как бы мы не бьем слитки, а бьем... Вполне возможно, да. Так, и что там на дне нашел? Серебро, да? Да, да, серебро. Серебро нам потом понадобится для брони. Очень понадобится для брони. Хорошо, значит, надо запасаться. Ну, как бы да. Сначала медь, потом серебро, потом сталь. То есть, для того, чтобы сделать сталь, нужно железо. Да, и закалить ее. Ну, как бы да, с помощью угля. Кстати, насчет еды, может ли? Че, у меня один кусочек остался. Так. Тебя нету вообще? У меня 4 палочки. А, в смысле мяса жареного у тебя нету? Нет, у меня только сырое. Блин, а кэмпфайр? Кэмпфайр? Да. Ага. Посмотри. Нету. Я его на это просрал. Я понял, сейчас я сделаю это, да. У тебя мясо не жареное есть? Не жареное? Да. Да? Тогда вот, пожалуйста. Я просто его забыл. А у меня тоже 2 штуки есть. Зачем ты мне его выкинул? Ну ладно. О, сам не. Тем не менее, я пожарил. Жаль, тут с кулака нельзя бить. Было бы классно. Так. С кулака прям. Похоронка. Вот, возьми с печки 3 штуки. Я сейчас 2 возьму. Ну, как бы... Налог на пользование кэмпфайра. Я еще и мой кэмпфайр отжал, ну? Ох уж эти обезьяны.
Что-то мне не хочется прыгать, но да, давай. Ну, тут все нормально. Так, я пойду утомить. Тут я не видел такой высоты, чтобы можно было убиться. Разве что, когда в ад спускался, там, да. А, тут ад есть? Ну, на некоторых планетах там адовые демоны живут. Там все очень прискорбно, честно тебе скажу. Лава повсюду, что ли? Ну, и отступаем обои. Ну, ладно. А просто в аду там вся сложность в самых мобах. Там, естественно, очень крутые плюхи лежат в сундуках, но... А, как боссы, да? Ну, типа того. Так, смотри, кожалил. Давай, действительно. Хост. Ну, хост, ну, чё. Забываю романтики. А, в принципе, потом скину тебе. Да подлечись просто. Просто подлечись. Подлечился. Да? Так, сейчас будем драться. Да уже. Ты убежал от меня. Да уже. Вообще нормально. Блин, опять мочерей даем. Смотри-ка сколько. Да, давай я сам. Ну, давай. Перекрутить. А уже темнеет. Да я замутил. Так, ну и что, у меня факел есть. Ой. Попробуй мясо срубить. Ты там не увлекайся сильно. Ты видел, сколько у тебя жизни? Ага. Ну так чё ж ты увлекаешься тогда? Да, всё нормально. Да нормально, конечно. Мы живой, здоровый. Мы полпланеты прошли. Ты хочешь обратно идти? От корабля? Нет. От точки спауна? Так, всё, очень. Да как, нормально. Это фонарик. Фонарик в руки на быстрый слот. Я быстрый слот. Быстрый, так. Ничего не видно. Не, ну ночь тут реально. Ночь. Ну, ночь, да. Ну, в принципе, ходить-то можно, но некомфортно очень. Это да. Кстати, падающий свет очень красиво все сделан. Это да, тени плавно. Я маяк. Прикольно, да, действительно. Ой, а, это добрый. Так какая разница, все умрут. А вот этот, видишь, вот этот недобрый. Да-да-да. Блин, я же вроде взял. Че? Молот. Серебро вижу. Я прав? Не, нет, это уголь. Блин. Ну нормально. Не, ну корабль справится сверху. Уголь, конечно, нормально. Его можно из дерева, в принципе, сделать тоже. А, древесный уголь. Ну, тут он не отличается. Насколько я знаю. Нет. Ничего. Бинты. Ну, как бинты. У меня 15 штук. Норм. Вот смотри, какая скотина. Ты видел, она еще плюнула меня чем-то. Черт, а вы сволочи. Ой. Четко. Это. Что за ведьма? Это птица. Получай. Отныне они будут называться ведьмами. Я просто так полон, прям как в фильме, прям на Луне. А, ну такой. Точнее, это уж не Луна, планета. На нее послетать. А, там холодно. Я думаю, то, что там... Там холодно, и там нету кислорода, скорее всего. И пока у нас нету соответствующей... О, смотри. Классно. Что-то мне кажется, я взрываю себе. А давай погреемся, кстати. Тут что-то... И полечись, потому что у тебя половинка. Так. Сейчас конфа разобрал. Так, да, пошли, железо. Пошли дальше. Железо еще? По крайней мере, тут одинаково играть. Прям вниз уходить за ресурсы. Ну да. Алмазы, да, наверное. Ну, алмазы, в принципе, на высоких планетах. И сверху встречаются. Странно, с тентаклей выпадает дерево. Да. Я думал, они из чего-то другого состоят. Было бы классно, если они были, не знаю, шевелились, да, тебя пытались схватить. Ну, это вообще страшно было. Он медный, походу. А.
Походу. Ну, ты посмотри на его прическу, ты посмотри на его глаза. Ему настолько. Он панк, еще Мы панк. ему настолько похуй. Так сказать. Действительно. Кстати, придется походу. Куда я? Так, я попробую подсветить тебе. Так. Ну, На. как бы не В надо. какую сторону ты упал? Я сюда. Левый. О. Тут нормально, в Я принципе. попробую тебе помочь. Что не надо, тут есть железо. Пока ночь лучше, я думаю, в пещере провести по времени. Да. Я все на быстрый слот сейчас расставлю. Тут как бы Хорошо. неплохо, в принципе. Может даже что в пещере сейчас найдем. Что-то кирка плохо долбёт. Может это какой-то особый. А, это какой-то жуткий камень. Где? Ну вот я вот сбиваю этот камень, он какой-то пишет, что он жуткий. Посмотрим, Почему? что у него жуткого. Да, действительно. Да, жуткий камень тоже пишет. Я думал, что он так долго сбивается. Что интересно у него особенно? Хрен. На вид ничего особого. Ну тут на. Да, у него обычно. Тут, например, есть, допустим, если сильно глубоко спуститься, можно. Ну, это все к теме ада. Можно напороться на стены с кишок, там, например. Ну, как из плоти, например. Может, попробуем? Или Ну. все-таки уж попробуем квестик выполнить, а потом. Я не знаю, но можно попробовать. Так у нас времени навалом. Мы же Да. не две серии будем записывать. Так. Упс. Давай, давай, давай по одному Да скоты. попробуй тебе, блин. Попробуй тебе прийти. Я это сделал. Так, управление чуть-чуть крыто. Так, а это золото. Золото? Прикольно, да? А мы сдолбали то золото? Ты помнишь, нет? Да, да, Да? Блин, да. Да, дядя. что-то на меня склероз напал резко. Было. Всего 19 лет, а уже склероз. Капец, дорогие зрители. Какой ужас. Да, золото. Ничего, двинемся дальше по этой темной страшной пещере. Да, сейчас я додолблю это золото. Прикольно то, что тут не по какому-то определенному блоку бьет, а именно по какой-то площади А, определенной. нужно, когда зажимаешь Shift, он бьет по одному блоку. Это удобно очень, А. кстати. Ну что, все. Пришли. Офигенно. Тут ничего нету. Прикольно. Классная пища. Упс. Не везет на подъемах. Боже. Ну, все. Так, я тут все спилю сейчас. А тут три бинта уже осталось. Да, ну у меня 13 Значит. штук, у меня нормально. Как я его смог ударить через стену-то? Это баг, наверное. Вот попробуем мясо смазать. Не попал. Куда ты, сволочь, уходишь-то? Так, во, все, последний удар. Есть мясо? Нет. И... Ой. Ход тут рандомный. Конечно. Кстати, неплохой вариант избивать его мечом, а потом Добивать. Ой. добивать луком. Кто там тебя стреляет? Не понимаю. Да вот эти. Кто? Красные. Блин, А, ну это это они в какие-то. тебя стреляли? Да. Отконченные. Так, ну страна тентаклей продолжается. Нож. Так, эти кесы греюсь, чуть мне не нравится. Так половина же. У меня меньше половины уже. Да? Ага. Ну-ка попробуем. Не, нормально, время. Да, нормально, греем Спится. себя. А чё ты голый-то? Хотя ладно, чё я спрашиваю? Ты же не У меня принадлежишь. нет претензий.
Красе разумных, даже не знаю кого. Ладно. Ой, что-то холодно. Я, пожалуй, пойду. Так, греемся, греемся. Кстати, за одежду он дольше греется. Ну, не знаю. Просто у одежды есть там бонусы какие-то. К сохранению тепла, там такое. Так, ну что, где ты? Где ты есть? Сейчас согреюсь до конца. Пожалуй, возьму это с собой. Погнали. Давай, потому что я уже тут. Игра, конечно, частично переведена, было приходится все переведено, постараюсь. Ну это любительский перевод, я думаю. Да, но все равно, спасибо. Да, конечно. У меня-то с английским особой проблемы нету, но тем не менее. Нет, ты прыгаешь туда и оттуда сразу же наверх. А. Ты что, не можешь сюда запрыгнуть в этот? Вообще чуть не получается. Господи. Еще одна попытка. Ох уж эти обезьяны. Ладно, сейчас. Ох уж эти обезьяны. Ничего не могут. Люди должны лазить. Ну, ничего не могут. Получается. Так, это что такое? Ну блин. Это были шипы. Да? О, блин, повезучий-то. Кстати, мы их можем взять и просто кабаре для ворот. А, нет, если их разбить. А как они тут руда, походу? Да? Нет. Если их разбить, если их выпадает, это растительное волокно. Ах ты скотина, ты сволочь такая. Ой-ой-ой. Меч. Мне показалось, если он тут стоит. 7-4. Бери, если хочешь. Меч. Ну давай. Может потом продаду? Ну. Может, продам. Да, в принципе. О, я серебро нашел два штучки. Так, вот еще есть. А что-то оно как-то не особо отличается от особых текстур. О, смотри, мы целую ночь провели, кстати. И выжили. А да, что-то как-то. Надо было хардкор ставить, да? Да, там вообще хватит. Не даже. А да. Не, ну нам еще хватит хардкора, я уверен. Опять ты, походу, хвост все забрал. А, да, да. А то не умею предать. Пойдем. Какое же доброе, да. Ой-ой-ой. Эти злые. Да какая разница, убивай всех нафиг. Не конченые. Я умер. Ты умер, поздравляю. За месяц прям. Я пока искал оружие свое. А, я понял. То есть я сейчас им отомщу. Иди, да, иди, проще я говоря. Я по итоге подведу. Ну. Сколько чего у нас? Да, давай, я уже думал, серию решил заканчивать. Просто советую идти налево, может быть, мы встретимся. Так, я пока сейчас плавлю. Так, серебро. Плавим. Побольше печи, побольше надо наделать. Да, я думаю, печки не помешают. Так, ну я отомстил, в принципе. Как-то тут. Почему-то я не понимаю, одна серебряная руда остается в печке. А почему? Потому что для того, чтобы сделать серебряный слиток, там нужно, по-моему, две руды. Если у тебя нечетное число, то одна остается. Понятно, я тут думаю, чего там. Вот ты вся арифметика. Так, ну-ка попробуем золото. Золото? Нет, золото поодиночке. А, нет, не поодиночке. Ладно, у меня тут золото есть. Так, еще что у меня? Так, ага, железная руда, 30 штук. Ну. Ну, просто магнаты железные. Ну да, у меня 38 уже. Несмотря на то, что ты хвост. Так. Ну, блин, планета какая-то такая, знаешь, вялая, необитаемая, никого нету. Что-то говно. Давайте, ребятки. Не, ну все-таки хорошо, что каждая планета индивидуальна. Ну как? Чем-то отличается от других. В принципе, может. Да. Чем-то отличается, но в основном у них структура одинаковая. Так, все, я сплавил. Я как-то раз, правда, попадал на планету, но она сплошная цивилизация. Ой-ой, я босса нашел. А. Я босса нашел. Босс нашел? Да. Это сейчас или там? Нет, я сейчас нашел. Так, тебе так, блин, я не знаю, тебя найду, не найду сейчас. Я просто не знаю, как его убивать, но давай по тактике, что.
Так, значит, сейчас тик спущусь. А, погоди-ка, понаделай винтов. Я вообще-то на поверхности планеты. Сейчас я спускаюсь. Так, хотя я его сейчас попробую сам законопать. Если у меня все получится, разумеется. А я попробую тетка. Да, действительно, давай пробуй. Ой, меня сразу встретили с объятиями распростертыми. Отобьемся от них. По крайней мере, тут не шмот теряется, не вещи какие-то, а просто пиксели. Ну, как бы пиксели это твои деньги, так что. Да, но поэтому на шмот дороже, чем. Просто как Майнкрафт, оп, потерял, все. Как не вернешь. Ну да. И столько тенами смерти. А то пиксели это легко заработать, в принципе. Пиксели? Ну как бы я бы не сказал, что прям уж очень легко. Ой, меня убьет сейчас нахер эта штука. Там просто направо бежать, да, или они как-то... Она меня убила, скотина. Просто направо. Просто направо. Моя идея с бункером не получилась. Я не успел спрятаться. Черт. Ой. У меня прикольное воссоздание, кстати, такое. О. Так, ну что, пошли? Я должен отомстить. Или лучше следующую серию убьем. А, сколько до конца? Или уже пора? Одна минута. Вот это давай заканчивать. Так, ну что ж, дорогие зрители, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс и Эйв. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Всем пока, до новых видео.